Человека, который постоянно проживает или работает в стране, гражданином которой не является, называют мигрантом. Если легальная миграция – явление цивилизованное, защищенное законами, то нелегальная является преступлением. Из-за своего незаконного статуса нелегальные мигранты являются крайне уязвимой частью населения. Насилие над нелегальными мигрантами может принимать самые страшные извращенные формы. Чтобы не стать жертвой трудовой эксплуатации, насилия и не попасть в рабство, запомните несколько простых правил. Внимательно изучите трудовой договор. Никогда не отдавайте свой паспорт в чужие руки. Возьмите с собой определенную сумму денег на непредвиденный отъезд обратно. Выезжая за границу, не пренебрегайте простыми правилами безопасности. Найдите и тщательно изучите информацию, хорошо все обдумайте. И не надейтесь, что беда вас обойдет стороной. Защитите себя сами.